Здравствуйте, есть ли у вас новогоднее настроение? Вокруг много веселых коллег и бегает заводной тамада, я вас поздравляю, вы на новогоднем корпоративе. Именно такой праздник мы решили посетить, помчались. А ну как сказать такой? Ну почти такой же праздник, сейчас все сами поймете. На таком корпоративе есть абсолютно все. Вот и танцы. На полянке зайки танцевали, зайки танцевали, зайки танцевали. И песни. Букин в руки шлёп, шлёп, туки шлёп, шлёпают тебе. Ну и даже тосты. Я ношу себя синички, повода и казнинусь, это Дедушка Мороз. Ничем не отличается от взрослого корпоратива. Когда вырастешь, кем хочешь стать? Программистом. Полицейским. Умница. Я буду принцессой. Начальником 21-го цеха. Ты будешь вообще отмечать Новый год, когда вырастешь? Да. И где ты его будешь отмечать? На корпоративе. Нарядим елку, поставим стол, будем кушать и ждать, пока на телевизоре часы пробьют. Я буду в таком же красивом костюме. Будете заказывать тамаду? А если будет дорогой тамада? Тогда нет. Кого бы ты хотел поздравить с Новым годом? Маму и папу. Маму и папу. Маму, папу. Поздравь, пожалуйста. С праздником. Тебя поздравляю, мама и папа. И что ты им желаешь? Подарок. А какой подарок? Утюг. Желаю заказать дорогого тамаду на Новый год. С Новым годом! И вы молодцы, давайте я желаю вам тоже счастья, здоровья. Да, спасибо большое. Мне дали пятерки.